Сегодня я расскажу, как приготовить замороженный сок. Это простое лакомство просто создано для лета. Тропический микс из фруктов и апельсинового сока придется по вкусу всем любителям вкусненького. В этом рецепте не используется дополнительно подсластитель, потому что в консервированных ананасах и соке уже есть сахар, но вы можете его добавить. Банан обязательно используйте только спелый, он слаще и вкуснее. Ананас можно заменить на манго. Апельсиновый сок – 250 мл. Ананас – 100-150 грамм, консервированный. Банан – 1 штука. Количество порций – 6. Подготовьте все ингредиенты. В блендере измельчите банан, ананас и апельсиновый сок. Разлейте смесь по формочкам, вставьте палочки и отправьте в морозилку на 8 часов. Замороженный сок готов, приятного аппетита!